Салам алейкум, на связи Казань. Если быть точнее, King Sound. Два обычных пацана, которые сделали себя сами. Сперва арендовали гараж стрёмный, по-тихому там сделали ремонт и занимались установкой. В общем, скромненько работали. Дело не в количестве, а в качестве. Кропотливый труд, курс на успех. Пара козырей была припрятана. Открыли магазин, курсанули всех. С целью построить свой громкий проект, которого в России аналогов нет. Взяли УАЗ за 60 кусков 97-го года, файтон. Заводские детали сняли с глаз долой. Сиденья поставили с Honda Accord. В целом перебрали весь салон. Все динамики в машине Dark Dog. Громкий тыл на АЗ-13. Самые громкие это мы, вы в курсе, братцы. Хочешь не хочешь, этот УАЗ услышишь. Татары валят, наводим кипиш. Королевский звук. Королевский звук. King Sound. King Sound. King Sound. King Sound. King Sound. Королевский звук. Спустя 2 года огромная студия. В центре города громкие люди. УАЗик наводит суету. Татары по тылу хифору всем дают. На профсоюзной устроили движ. Пока ты дома в кроватке сопишь. Танцы около базара. Эту машину знают все в Казани. Кружим по центру как циркуль. Передислоцировались к цирку. Собираем молодежь в округе. Танцульки в центре прямо у тылухи. Громкий звук на АЗ-13, самые громкие это мы, вы в курсе, братцы. Хочешь не хочешь, этот вас услышишь. Татары валят, наводим кипиш. Это королевский звук. Королевский звук. King Sound. Королевский звук. Это королевский звук. Королевский звук. King Sound. King Sound. King Sound. Королевский звук.